Светлана Павлова попала в кардиологический диспансер впервые. Всю жизнь проработала в полиции, стрессов и разных физических нагрузок было много. Но подкосила ее летняя жара, считает женщина. Распухли ноги, появилась одышка. 2 недели лечения и почти как новенькая. Я чувствую сейчас себя нормально. Отеки все у меня ушли. Потом одышки нет. Понимаете, ну прям совсем другой. Сегодня Светлану вместе с 7 другими пациентами выписывают в торжественной обстановке. В честь Дня сердца, ежегодного праздника, всем подарили памятки, дневники артериального давления и шарики в виде сердца. Подарок символичный, но служит важным напоминанием и своеобразной инструкцией. Лечение продолжать, больше двигаться и бывать на свежем воздухе. Многие считают, что раз я выписал стационара, значит я чувствую себя хорошо и можно что-то потихонечку убирать. Период после выписки – это самый ранимый период. Именно этот период очень важен для того, чтобы как можно дольше продолжать лечение и, соответственно, предотвратить возможные ухудшения, рецидивы и осложнения. До 2018 года общее число смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний сократилось с 55% до 46%. Статистику изменил ковид, говорят врачи. Вирус дает осложнения на сердце. А это в первую очередь тромбозы сосудов. Из-за ковида пациенты сильно помолодели, говорят специалисты. Увеличилось и количество этих самых пациентов. Диспансеризация, конечно, проводится и для пациентов с перенесенным ковидом, она 100%. Ну, и хотелось бы все-таки, чтобы и на диспансеризацию, особенно у пациентов с перенесенным ковидом, чтобы люди как-то шли более активно. Угу. Вот, потому что, ну, как-то понимание не до конца есть, что проблема очень тяжелая, и ведь отдаленные последствия могут быть и через 6 месяцев, и через год. Причем тяжелые. С июня здесь полным ходом идет диспансеризация. Люди есть, но далеко не все. Те, кто переболел современным вирусом. И лучше все-таки прийти к врачам и получить точные сведения о своей сердечно-сосудистой системе. Тем более, когда есть такой важный день напоминания, как Всемирный день сердца. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».